Маркс и Спенсер магазин. Посмотрим, что там есть. Мне нужны джинсы. Ну, это какие-то не такие, в которых я обычно хожу. Можно было бы прикупить. Но тут распродажи, я на них не буду даже смотреть. 50% это не моя распродажа. Я только 70-90 покупаю уже что-то. Ну, видимо, не доживу, да, когда будет 70-90. Всякие свитерочки такие. Штаны все не мои расцветки. Даже смотреть не стоит. Кофты. Только если блузки какие-то под пиджак. Но тут мне не надо ничего. Свитера. Это не мое. Свитер неплохой, но он огромных размеров. Хотя неплохо. Смотрится такой длинный белый свитер. Пуговички можно убрать, наверное. Сколько он стоил? 35, теперь 22. Ну нет, за 22 свитера я не покупала. Ну, блузка 29,50 стоила, теперь 11. Ну, я такие не ношу. А вот полосатенькую можно посмотреть. Полосатая кофточка. Он как раз 16 размер. Хотя такие я, конечно, в обтяг беру. 14. 8,50 стоило, теперь 5. За 5 взять, что ли? Что по качеству она? Ну, так, обычная Маркс Спенсерский хлопок, по-моему. Что тут написано? Ничего не написано. Made in Bangladesh. Написано. Окей. 100% катон. Я же говорю, хлопок. Но хлопок я не ношу. Мне в нем жарко. Это тоже, наверное, хлопок. Да. Ладно, понятно. Короче, вот что такое синенькое? Синенькое я люблю. Кофточки какие-то такие. Спортивные. 22-20 размер не мое. Тут что, джинсы? Такие штаны. Все уже такое весеннее тут в новой коллекции. Это платье заинтересовало меня. А, нет, такие я не люблю. Он там с открытыми рукавами. Вот такой пиджак я хочу. У меня таких уже желтый, синий, белый, еще какие-то цвета, красные есть, малиновые. Ой, какой там розовенький. Но стоил он 35, я покупала по 7. Вот такой еще, ничего. А вот он 35, а значит тот другой. И я покупала за 7 на eBay, за, по-моему, 10. Маркс и Спенсер на распродажу. Но сейчас я не буду брать. У меня много пиджаков. О, наконец-то появились штаны, которые матч пиджаки. Ну-ка, дай попробую. Так я хотела всегда в Маркс и Спенсере купить костюм одинаковой расцветки. Что... Да. Отлично. Померить, что ли, взять? Одинаковые расцветки, таких вот ярких расцветок не было никогда. Теперь, наконец-то, они стали делать одинаковые расцветки. Интересно, лонг есть? Бегу. 19,50. Блин, пиджак не стоил так дорого. Голубенький это. Вот. Лонг. Потому что у меня ноги длинные, мне надо длинные брать. Белые пиджачки также по 35. Но белый у меня уже такой есть. Теперь надо найти. Такая вся груженная, смотрите. С сумками хожу. И рюкзак сзади. И еще тут пакет. И все по магазинам, еще и все снимаю. Вот нечего такой. Ну, стоит 55, конечно.
все качество хорошее, мягкие ткани. Так, ну что, тут 16-й возьмем пиджак все-таки, или 14-й. Давай 14-й возьмем. Пусть будет в обтяжечку, я все-таки в обтяжку люблю. И еще мне надо взять какие-нибудь штаны померить, чтобы, если что, купить. Интересный пиджачок тоже. Такой благородный. Сколько он стоит? 89 фунтов. Ну, куда в нем? Но в нем можно, кстати, по улице ходить, когда... А вон серенький какой. Когда прохладно, вот сейчас, допустим. Серый хороший, кстати, надо взять тоже померить. 65 стоит. Ну, я такие, конечно, жду, когда будут распродажи. И покупаю хотя бы за полцены. Если она качественная, хорошая вещь, своего размера уже не будет к тому моменту, когда они будут на распродажах. Поэтому я покупаю за полцены иногда. Ну, сегодня я так уже по-спортивному приоделась в Дидасе. Эту, кстати, майку я тоже в спортдирект купила. И в кроссовках. Наконец-то в моих любимых кроссовочках. Вот так обычно я хожу по городу в Лондоне. В России, в принципе, тоже так могу ходить. Без проблем. А сейчас померю, вот что я набрала. Брюки, брючный костюм малиновый такой, розовенький. Вот этот серый пиджак. Белый взяла тоже померить. И еще какие-то голубые штаны, новое что-то появилось. Сейчас все покажу. Ну что, штаны такие, вроде бы ничего. Стоят они 19,50. И с пиджаком, наверное, будет хорошо смотреться. Единственное, что они всегда такие коротковатые. Ну, в общем, такой... летний вариант. Тут, конечно, белая какая-то маечка должна быть с таким каким-нибудь вырезом. Тогда будет совсем другой вид. А так, в принципе, наконец-то есть ярких цветов, ярких расцветок костюмы и в Марксе. Наконец-то они стали делать матч. Это называется матч. The top and the bottom. То есть вверх и низ. Так на лето хорошо в таком бегать. И по-деловому, и как-то по-летнему. Ну, как бегать, конечно, на всякие там выставки ходить, на какие-то концерты, мероприятия. Конечно, по городу так можно и бегать, в принципе. Но пиджак 35, это 19,50. В итоге костюм 5000 стоит. Но 5000 я не готова. На 1000 можно. Ну, 1500. В общем, будем ждать, когда будут скидки и на эти костюмы, или на eBay куплю. Ну что, штаны сами по себе хорошо, наконец-то длинные стали делать. Если на каблучках приподняться, то будет хорошо ходить. Единственное, что топорщит. Может, мне все-таки 14 надо брать, если на каблучках. Мне главное нравится, что длина хорошая. Стоит 19,50, это новая коллекция. В принципе, можно взять на лето такие хорошенькие, светленькие штанишки. Я сейчас еще эти пиджаки померю. Этот вот... и вот этот. Ну, этот пиджак, в принципе, хороший, такой благородный. По качеству тоже очень качественный. Потом скажу, из чего он сделан. Но по материалу вот очень... кстати, великоват. Очень мягкий. Но мне не идет, потому что на мою фигуру надо вот до сюда где-то пиджак. Подлиннее. Видите, попу надо мне, чтобы прикрывала. А так хороший. Может быть, он с юбочкой, тогда будет хорошо, если с юбочкой до сюда сделать. Надо посмотреть, есть ли у них такие юбки. Вот топорщица. Нет, неужели я уже похудела до 14 размера? Я здесь очень много хожу и очень мало ем, поэтому некогда есть просто. Чувствую, что уже подхуднула так килограмма на 2. Ну ладно, едем дальше. Следующий пиджак. Ну, этот пиджак, конечно, красивый, но 16 размера я не нашла, а 14 жмет немножко и в рукавах, и вообще здесь не сходится. Он, в принципе, не должен сходиться. И что здесь не очень хорошее, видите, нитки торчат.
То есть, видимо, все вот так, где зацепишь, вот и здесь, и здесь. И вообще вон какие-то пушинки не очень хорошего качества, поэтому даже смотреть в других магазинах не буду. Ладно, ничего мне тут не подошло. Надела свою курточку, в которой я ходила по весне. Забрала в доме, где я жила, с собаками. Ну, так я обычно хожу по городу. Сумки, конечно, у меня всегда много всего. Моя любимая Фиорелли. Сумки я люблю Фиорелли. Ну, конечно, и другие наши. Пойду в следующий магазин Тики Макс. Там посмотрим, что есть. Это.